Для 25-летнего Нурсултана Дауренбекова участие в республиканском конкурсе «Ара» – это первый большой выход на сцену. Парень волнуется, но перед публикой держится уверенно. И это неудивительно, ведь в первом туре Нурсултан оставил позади себя 43 конкурсанта. Очень сильные соперники. Ну, надеемся на лучшие. В патриотическом жанре Мухагали Макатаева исполняет. Конкурсантки из Ленгера Олесе Хомченко всего 17 лет, но у молодой исполнительницы уже десятки дипломов и наград. 6 лет жительница Тулебийского района покоряет казахстанцев своим звонким голосом и манерой исполнения. В выборе репертуара Олеся отдает предпочтение песням на государственном языке. Конкурс «Арай 2016 не стал исключением. Очень серьезно я готовилась к этому конкурсу, очень долго, можно сказать. Конкурсанты, которые участвуют в этом конкурсе, очень сильные. Я пою на казахском языке «Туханчер», авторы Ринат Заитов и Павел Ли. Песня о том, о нашем крае, о нашей родной стране. И английскую песню «Look at me». Республиканский конкурс «Арай 2016» в нашей области проходит в 20-й раз. Жюри оценивает талант и сценическое обаяние конкурсантов. Победителей будут отбирать по двум номинациям – лучший эстрадный исполнитель и лучший ведущий концертных программ и массовых мероприятий. Артист кабилетный, бірінші кезекте мән береді. По сложившейся традиции, каждый участник исполняет патриотическую песню и еще одно произведение по собственному выбору. Кроме исполнителя «Арай-2016», определяет и лучших ведущих концертных программ и массовых мероприятий. Приветствуется знание иностранных языков. Среди претендентов на звание лучшего ведущего – конкурс особый. Им задается определенная ситуация, в которой они должны быстро сориентироваться. Тем самым мы проверяем их способности. Из 94 участников в возрасте от 16 до 25 лет в финал конкурса попадут всего 20 певцов и 10 ведущих. Победители станут известны 29 февраля. Фамилии счастливчиков озвучат на гала-концерте в выставочном центре «Кормье».